Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на страницах своего канала. Вот. Сегодня свое видео хотел посвятить ремонту колонок Technics SB-M20. Если помните мое предыдущее видео, в нем я задавал вопрос по поводу вышедшего из строя вот такого вот динамика, пищалки Technics. И были мне советы даны. Кто-то говорил, что надо бы это дело отремонтировать. Кто-то говорил о том, что ремонтировать бесполезно, лучше купить новые. Я также почитал в интернете разные статьи, отзывы, рекомендации бывалых аудиолюбителей. Плюс ко всему, временно пришлось мне сделать вот такую вот, создать такую вот конструкцию. Вместо этой пищалки влепил наш советский динамик 3 ГДШ, что-то 7,6 что ли он. В общем, и знаете, чем был очень удивлен, что вот этот вот наш динамик, я, конечно, колонки не включал на полную мощность, вот, для того, чтобы не спалить его, все-таки он 3-ваттный всего лишь. Но он временно заменил вот этот спикер, пищалку, и по сравнению даже вот с нормально функционирующим, я бы сказал, что он его даже заткнул за пояс, потому как звук с этой колонки выходил более достойный, чем с этой пищалки. И принял я решение, что все-таки я буду, наверное, эти оба динамика, обе пищалки, тем более, что это у меня тоже уже ремонтировалось, что я буду их менять. Вот. На что же я собрался их менять? И, в общем-то, выручил меня интернет-магазин Аудиомания. Интернет-магазин Аудиомания меня выручил. Вот. Сделал я заказ. Сейчас мы с вами эту коробочку вскроем. Так, ну, во-первых, что здесь? Здесь лежит конверт. Вот такой вот конверт. И что здесь в конверте? Ну, во-первых, благодарственное письмо, ла-ла-ла. Спасибо, что вы с нами сотрудничаете и так далее и тому подобное. Карта, видимо, постоянного покупателя. Ну, тоже неплохо, хорошо. Дальше, акт. Доставка службой СДЭК. 140 рублей всего. Мне очень понравилось. Быстрая доставка и всего 140 рублей. Нормально. Ну и сама накладная. Вот, товарная накладная, где написано Динамик ВЧ Вейвкор. Вот, не буду тут перечислять все эти. Вот, кому интересно, может посмотреть. Две штуки. Обошлось мне в 3060 рублей. Я думаю, не так это все и дорого. Вейвкор. Вот. И давайте-ка мы посмотрим, что за вейвкоры. Они мне тут прислали. Так, коробочку убираем. И все это дело распакуем. Ну, вот, запаковано вот таким вот образом. Видите, тут два динамика в этой пленочке. Четырехомные. Вот. Ну, люди вроде бы отзываются о них достаточно положительно. Вот такие вот динамики. И сейчас мы посмотрим, вообще они мне... Ага, чтобы они не соприкасались, вот так вот их сделали. Вот. Подойдут ли они мне вообще по габаритам? По габаритам... Ай, чуть-чуть они больше. Буквально на каких-то... считанных миллиметров. На какие-то считанные миллиметры. Поэтому, наверное, придется здесь повозиться. Как всегда, вот с этими
повозиться придется. Так, что здесь тоже один контакт широкий. Опа, один контакт узенький. Опа, одели. И это уже, в принципе, приятное известие. Так, что здесь у нас? Чего дальше-то не идет? Хотелось бы, чтобы шло. Главное, ничего не свернуть. Что оно? Да, дальше не пойдет уже. Все тут уже до самого предела. Ну, в общем, будет оно вставляться. Как-то вот так. Как-то вот так будет вставляться. Пока я еще не готов тут все. Это придется все обрабатывать. Вытачивать, выпиливать. Короче говоря, все это дело придется подгонять. Ну вот, как вы видите, посадочное отверстие для спикера пришлось увеличить немножко. И теперь, допустим, вот штатный спикер, вот он так, штатный спикер, вот видите, самый малый зазор, видите, чуть-чуть пришлось увеличить, совсем самая малость, буквально самую капельку, вот, и вот этот вот спикер теперь сюда поставим, вот плотненько. Вот, и закрепим. Сейчас надо подумать, потому что болты тоже не совсем, отверстия под болты не совсем подходят. Вот, скорее всего, крепить буду как-нибудь вот типа так. Вот как-нибудь типа так. Вот. Вот как-то так будет это все дело выглядеть. Подкрашу то, что немножко пооблуплялось. Вот. И, в принципе, все. Почищу. Там дальше видно будет. Ну вот, в целом получилось где-то вот приблизительно так. Вот. Сейчас пойду испытывать. Крышечку сюда надену, чтобы это все дело. Вот так вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Один динамик у меня готов. Осталось сделать второй. Если кому понравилось мое видео, задавайте вопросы, комментируйте, отвечайте и так далее и тому подобное. Все, до скорых встреч. Пока. Одним словом, дорогие друзья, динамик работает хорошо, вот. Мне нравится, звук выдает звонкий, сочный. Всем рекомендую, кто решится на замену штатных динамиков в колонках Technics. Так что на этом прощаюсь с вами окончательно, до скорых встреч!